Проверить свои знания школьной программы – такая возможность есть не только у наших участников, но и у вас, телезрители, в ближайшие 40 минут, потому что в эфире детско-интеллектуальное шоу телеканала «7МЛИ. Наша гордость». Давайте скорее знакомиться с нашими участниками. Здравствуйте, меня зовут Харакос Олег, я учусь в 71-й школе. Я увлекаюсь плаванием, профессиональный разрядник, а также увлекаюсь футболом. Харакос Олег! Здравствуйте, я Хасанова София, ученица школы номер 208. Изучаю английский язык и в свободное время увлекаюсь живописью. Хасанова София! Здравствуйте, я Газиева, 191 школы. Изучаю английский язык и увлекаюсь физикой. В свободное время занимаюсь рукоделием. Газиева, 1! Здравствуйте, я Мирослав Мирослом. Я учусь в школе номер 71. Я увлекаюсь английским языком, занимаюсь дзюдо и плаванием. А также мое хобби – это играть в теннис и играть в шахматы. Мирослав Мирослом! Я Абляев Делевер, ученик школы номер 208. В свободное время увлекаюсь английским языком и программированием. Абляев Делевер! Я Нурмурод Мухаммад Али, ученик 191 школы, увлекаюсь английским, мое хобби это футбол, я участвовал во многих олимпиадах по математике. Нурмурадов Мухаммад Али! Меня зовут Кудайбергам Марьян, я из 19 школы, увлекаюсь рисованием, творчеством, рукоделием, а также дизайном интерьера, занимаюсь художественной гимнастикой. Кудайбергам Марьян! Здравствуйте, меня зовут Мухаммедов Айфан, я учусь в 228 школе, 7 В классе. В свободное время больше увлекаюсь футболом и шахматами. Мухаммедов Аюбхон. Здравствуйте, я Воронин Михаил, ученик школы номер 19, я играю на фортепиано, а также люблю читать детективы. Воронин Михаил. Добрый день, меня зовут Усманов Мухаммед Билал, я учусь в 238 школе, в 7 К-классе. Наш класс лидер среди семиклассников по футболу и по английскому языку. И Усманов Мухаммед Билал. Итак, ребята, как ваше настроение? Отлично. 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 Волнуетесь? Признавайтесь. Немного, не да. Очень. Нет или да? Немного. Да, немножко. Ну, волноваться это нормально. Итак, напоминаю вам правила нашей игры. Это 3 тура, в каждый из которых проходят те, кто наберет наибольшее количество баллов. Правило первого тура. В первом туре вам предстоит ответить на 15 вопросов, у каждого из которых по 4 варианта ответа. А, Б, В и Г. 5 из вас, набравшие наибольшее количество баллов, пройдут в следующий второй тур. Вы готовы? Да. 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 Каждому из вас я желаю удачи и веры в себя. У вас все получится. Первый вопрос. Как называются слова, одинаковые по звучанию и написанию, но разные по значению? А. Гиперонимы. Б. Антонимы. В. Синонимы. И Г. Омонимы. Так, Делявер, как вы ответили на этот вопрос? Я ответил вариантом Г, омонимы. Почему? Потому что на уроке русского языка мы изучали синонимы, антонимы, и я методом исключения узнал, что это омонимы. Марьян? Коса. Коса бывает, то есть волосы коса и оборудование для урожая. Да, для сборки урожая, да? То есть вы тоже ответили вариант Г, омонимы. Да. И вы абсолютно правы, это действительно омонимы. Гиперонимы – это понятие в отношении к другому понятию, выражающее более общую сущность. К примеру, слово «животное» – гипероним к слову «собака».
Антоним слова «противоположное» по значению к другому слову «синонимы» – это слова, которые пишутся и звучат по-разному, но имеют одно и то же значение. Молодцы, ребята, кто ответили «г» – амонимы. В первом вопросе 7 участников справились с заданием. Итак, второй вопрос. Как называется место впадения реки в море или озеро? А – плес, Б – рукав, В – устье, Г – исток. Мухаммад Али? Я ответил вариантом В, так как думаю, это устье. Ага, это методом исключения или вы знаете точно, что это устье? Мне исток – это начало реки, да. А рукав – это не подходит, но выбрал устье. Хорошо. София, как вы ответили? Мой ответ такой же В. Чисто по моей интуиции, еще на уроках географии, мне кажется, я это слышала от учителя. И вы абсолютно правы, это действительно В, устье, потому что плес – это широкое водное пространство между островами, рукав, ответвление от главного русла реки. Кстати, вот вам и пример предыдущего вопроса, амоним. Рукав бывает рукав от кофты, и рукав в данном случае – ответвление от главного русла реки. А исток – это место, где начинается водный источник. Во втором вопросе 5 участников дали правильные ответы. Переходим к третьему вопросу. Кто из этих русских писателей был также и врачом? А. Антон Чехов, Б. Лев Толстой, В. Александр Пушкин или Г. Михаил Лермонтов? Да, Мухаммад Билол. Мы проходили по литературе. Антон Павлович Чехов был русским писателем и также и врачом. Совершенно правильно. Он до конца своей жизни был врачом-практиком. Именно поэтому в его произведениях особое внимание уделяется медицинской тематике. Это правильный ответ. В третьем вопросе 10 правильных ответов. Четвертый вопрос. Что окажется перед тобой, если ты встанешь спиной к северу? А. Юго-восток. Б. Юг. В. Восток. И Г – Запад. Михаил? Я ответил вариант Б, так как и мы проходили на уроках географии неоднократно, что если встать спиной к северу, то перед тобой окажется юг. Угу. А Юбхон? Я точно так же ответил, так как север находится сверху, юг снизу. И смотря на это, я ответил так. Одина? Я точно знаю, что это ответ Б, юг. Ну, сегодня прям вообще умницы и умники собрались здесь. Вы абсолютно правы, это действительно ответ Б, юг. Четвертый вопрос и 9 правильных ответов. Итак, пятый вопрос. Сколько голов было у собаки Цербера в греческой мифологии? А. Одна голова, Б. Две головы, В. Три и Г. Четыре. Олег, вы долго думали? Я точно не был уверен в своем ответе, но подумав и вспомнив эту греческую мифологию, я предположил то, что вариант ответа будет В. Три головы. Ну, вообще, где-то встречалась, где-то, может быть, в кино или в книге? Да, конечно, я неоднократно слышал, но были у меня варианты между В и Г, но все-таки подсказала то, что В. Мирослам, вы тянете руку? Я согласен с этим вариантом ответа, так как я в фильме видел, что у собаки Цербера три головы. И вы абсолютно правы, он действительно трехголовый. И, пожалуй, страшнейшее существо в древнегреческой мифологии, способное привести в ужас любого. В пятом вопросе 9 участников ответили правильно. Переходим к шестому вопросу. В каком году впервые состоялись Олимпийские игры? А. В 776 году до нашей эры. Б. В 76 году. В. В 1576 году. И Г. В 1976 году.
Так, Дилявер? Я выбрал вариант А, потому что последние два варианта, как я считаю, слишком поздно. И вот мне что-то подсказало, то, что именно первый вариант. Марья? Я тоже согласна с этим вариантом, потому что эти все игры, Олимпийские игры, были до нашей эры. И вы правы, ребята, античные Олимпийские игры проводились с 776 года до нашей эры, а вот современные с 1896 года. Античные игры получили свое название от места, где и проводились Олимпии. Там атлеты соревновались в честь главного из богов олимпийцев Зевса. В шестом вопросе 8 участников дали правильные ответы. Переходим к седьмому вопросу. Где, согласно преданию, Архимед прокричал «Эврика»? А. В кровати. Б. В библиотеке. В. На кухне. Г. В ванной. Мухаммад Али. Я выбрал вариант Б, потому что В и Г не подходит, по моему мнению, и я, по моей интуиции, выбрал Б. София. Мой ответ Г, так как по физике мы проходили эту тему, а еще я смотрела фильмы и читала об этом книги. Что значит Эврика? Нашел. Совершенно верно. София, это действительно вариант ответа Г. Ванны. Эврика, то есть значит нашел. Именно этот возглас, согласно легенде, произнес Архимед, когда открыл закон вытеснения. Седьмой вопрос и 5 правильных ответов. Переходим к восьмому вопросу. Как называется число, у которого всего 2 делителя? А. Легкое. Б. Простое. В. Составное. Г. Целое. Мирослав? Я ответил вариантом Б, так как мы проходили это на уроках алгебры. Ага, Михаил? Я также ответил вариант Б, так как мы также неоднократно проходили это на уроках алгебры и математики. Конечно, это вариант Б, простое. Восьмой вопрос, и 6 участников справились с заданием. Девятый вопрос. Какую букву ввел в русский алфавит Николай Карамзин в 1797 году? А. Йо. Б. И. И краткое. В. Мягкий знак. И Г. Твердый знак. Олег, что вы думаете? Я точно не уверен в своем ответе, но ответил вариантом Б. И краткое. Так, Мухаммад Билол. Я тоже точно не знаю. Я выбрал... Ответ А. Букву Йо. Мирослав, да? Я выбрал вариант А, Йо. То есть вы точно уверены? Я точно Почему? Уверен. Почему? Ну, я слышал об этом. И вы абсолютно правы, это действительно вариант ответа А, буква Йо. Ввел в русский алфавит Николай Карамзин в 1797 году. Девятый вопрос. 5 участников дали правильные ответы. Десятый вопрос. Назовите операционную систему, не используемую в смартфонах. А. Android. Б. iPhone OS или iOS. В. Windows Mobile. И Г. Windows 7. Одина. Я думаю, что это ответ Г. Windows, потому что я слышала, что Windows используется только в компьютерах. Ага. Аюбхан? Я ответил вариантом Г, Windows 7, так как Android используется на смартфонах Redmi и Samsung и так далее, а iOS используется на устройствах iPhone, Windows Mobile я посмотрел на, то есть в конец Mobile, а Windows 7 остается. Ну, конечно, кто бы сомневался, так как у нас сегодня такая продвинутая молодежь, это действительно вариант ответа Г, Windows 7. Десятый вопрос и 10 правильных ответов. Одиннадцатый вопрос. Что является синонимом выражения «дырка от бублика»?
А. Резинка от трусов. Б. Шнурки от ботинок. В. Рукава от жилетки. И Г. Штанина от брюк. Михаил? Я ответил вариант В. Рукава от жилетки, потому что, мы проходили... я читал, что это синоним выражения «дырка от бублика». Хорошо. А кто мне скажет, что означает вообще словосочетание «дырка от бублика»? Ничего. Пустота. Совершенно верно. Обозначает ничего и, соответственно, синонимом, то есть разным по написанию, но одинаковым по значению, он будет вариантом В. Рукава от жилетки. 11 вопрос. 5 участников дали правильные ответы. Переходим к 12 вопросу. Как переводится с английского языка слово strange? А. Странный. Б. Скупой. В. Сильный. И Г. Строгий. Я уверена, на этот вопрос у многих будет правильный ответ, потому что вы все изучаете английский. А ответит нам Олег. Я выбрал вариант ответа А, так как я также занимаюсь английским и точно уверен, что это ответ А, странный. Конечно, это часто употребляемое слово strange, это действительно странный. Вариант ответа А правильный. В 12 вопросе 9 участников ответили верно. Переходим к 13 вопросу. Какое из этих морей самое маленькое? А. Черное. Б. Красное. В. Желтое. И Г. Мраморное. Мухаммад Билол. Я подумал, что это ответ Г, это мраморное озеро. Море. Да, мраморное море. Я в этом не уверен. И ответил вариантом Г. Почему ответили? Я так думаю, подсказала мне моя интуиция. Ваша интуиция? Одина. Я думаю, что это вариант В, желтое, потому что я раньше не слышала об этом море. И, соответственно, думаю, что это маленькое. Делявер. Я выбрал вариант Г, Мраморное море, но я не был уверен. Мне опять же подсказала интуиция. И в который раз она вас не подвела, это действительно вариант Г, Мраморное море. В 13 вопросе 6 участников дали правильные ответы. 14 вопрос. Как называется сорт яблок? Слезы пролив, Б, белый налив, В, лунный прилив и Г, финский залив. Марьян, яблоки любите? Да. Я ответила вариантом Б, но я не совсем уверена. Но я слышала об таких яблоках, поэтому так ответила, но не уверена. Поэтому ответили Б, белый налив, да? София? Мой ответ Б, так как на яблоки падают блики, и они белые, и поэтому, мне кажется, белый налив. Это действительно белый налив. Есть такие яблоки, они светло-зеленого цвета, а внутри белые. Очень вкусные яблоки. В 14 вопросе 5 участников справились с заданием. Переходим к 15 вопросу. Что такое тамбурин? А. Термин из физики. Б. Племя на острове Ява. В. Музыкальный инструмент. Г. Экзотический фрукт. Мирослав, вы что-то долго думали, что надумали? Я выбрал вариант Г, экзотический фрукт. Мне подсказала моя интуиция. Я выбрал методом подбора. На самом деле тамбурин – это барабан в цилиндрической форме, поэтому это музыкальный инструмент. В 15 вопросе 6 участников ответили верно. Наш первый тур завершен. Сейчас мы посчитаем ваши баллы и узнаем, кто пройдет в следующий тур. Мы
Марьям и Дилявер, вы набрали одинаковое количество баллов, у вас по 11, но в следующий тур пройдет только один. Поэтому у меня есть для вас небольшое задание. И оно на скорость. Я задаю вопрос, вы поднимаете руку. Вы готовы? Да. Итак, вопрос только для Дилявера и для Марьям. Что такое дюжина? Дилявер был первым. Это 12. Да, это правильно. Дилявер, вы проходите в следующий тур. Я вас поздравляю. Марьям, не расстраивайтесь. Вы хорошо играли, вы большая молодец, и также и остальные. Я сейчас объявлю те, кто проходит у нас во второй тур. Итак, Дилявер, 11 баллов. Олег, 12 баллов. Мирослав, вы набрали 12 баллов. София, вы набрали тоже 12 баллов. И Михаил, у вас 13 баллов. Те, кто не прошли во второй тур, не расстраивайтесь. Зато теперь вы знаете, что именно вам нужно подтянуть. И то, что вы проявили смелость, пришли сюда играть на интеллектуальное шоу, это говорит о том, что у вас большие планы на будущее. У вас все получится. Вы большие молодцы. Я желаю вам удачи. Ребят, я вас поздравляю, вы прошли во второй тур, но прежде чем его начать, у меня есть небольшое задание для вас, чтобы мы определили, кто первым будет выбирать свою номинацию. Из букв слова, которое вы сейчас видите на экране, нужно составить как можно большее количество слов. Чем больше вы составите слов, соответственно, тем больше баллов вы получите, и мы определим, кто первый будет выбирать свою номинацию во втором туре. Итак, у вас есть 1 минута, и она пошла прямо сейчас. Итак, время вышло. Первым выбирает Мирослав, второй будет Михаил, затем идет Олег, четвертый Дилявер и пятый будет выбирать София. Итак, объявляю правила второго тура. Перед вами 10 номинаций, вы выбираете, я задаю вопросы. Если вы знаете ответ, отвечайте. Если нет, мы переходим к следующему вопросу. Необходимо ответить за 1 минуту на большее количество вопросов. Чем больше баллов вы наберете, тем больше шансов у вас будет выйти в третий тур. Итак, Мирослав. Я выбираю спорт, искусство, музыка. Вы готовы? Да. Командная игра с мячом и битой. Бейсбол. Правильно. В каком виде спорта используются дорожки, мяч и лунка? Гольф. Правильно. Можно ли игрокам в хоккей выходить на игру без шлема? Нет. Правильно. Является ли карате олимпийским видом спорта? Да. Нет. Неправильно. Название группы исполнителей, одновременно играющих на разных инструментах? Дальше. Оркестр. Произведение Крылова, где 4 исполнителя играли в разнобой. Дальше. Это квартет. На чем играл Садко? На гуслях. Правильно. Как называется низкий мужской голос? Бас. Правильно. Что больше, альт или скрипка? Альт. Правильно. Кларнет, струны или духовой инструмент? Духовой. Правильно. Речитатив бывает в опере или в балете? В балете. В опере. Литавра – это духовой или ударный музыкальный инструмент? Духовой. Ударный. Как называется специальное место, где во время матча находятся резервные футболисты? Дальше. Скамейка запасных. Как называется итог игры, в которой нет победителя? Ничья. Правильно. Как называется хоккейный диск? Шайба. Правильно. Мирослав, у вас 9 правильных ответов. Следующий у нас Михаил. Литература. Вы готовы, Михаил? В какой сборник вошли все газели Алишера Наваи? Следующий. Сокровищница мысли. Художественное направление в литературе и искусстве Европы середины 18 века. Классика. Классицизм. Низкие жанры классицизма. Следующий. Комедия, басня, сатира. Кто написал оды властителям и судьям Фелица и Бог? Следующий. Гавриил Державин. Кто написал размышления у парадного подъезда? Державин.
Это не Красов, неправильно. Монументальное по форме произведение общенародной проблематики. Эпопея. Небольшое эпическое произведение, повествующее об одном или нескольких событиях в жизни человека. Рассказ. Правильно. Эпопея, роман, повесть, рассказ, басня – это эпические или лирические жанры? Эпические. Эпические, правильно. Кто написал историческую повесть «Тарас Бульба»? Гоголь. Правильно. Сколько сыновей было у Тараса Бульбы? Правильно. Как звали сыновей Тараса Бульбы? Остап и Андрей. Правильно. Михаил, у вас 6 правильных ответов. Следующий у нас Олег. Геометрия. Олег, вы готовы? Да. Чему равна градусная мера тупого угла? Больше 90 градусов. Правильно. Чему равна градусная мера прямого угла? 90 градусов. Правильно. Что получится, если соединить 3 точки, не лежащие на одной прямой? Треугольник. Правильно. Как называется сумма всех длин треугольника? Дальше. Периметр. Как называется треугольник, у которого все стороны равны? Равносторонний. Правильно. Как называются две прямые на плоскости, если они не пересекаются? Параллельные. Правильно. Сколько параллельных прямых проходит через точку, не лежащую на данной прямой? 2. 1. Неправильно. Прямая, ограниченная с одного конца. А лучше. Правильно. Стандартная международная единица измерения длины. Метр. Правильно. Треугольник с двумя равными сторонами. Равносторонний или равнобедренный? Правильно. Сумма длин сторон квадрата? Равна. Периметр. Для покрытия пола линолеум вычисляют периметр или площадь? Площадь. Правильно. Расстояние от точки окружности до ее центра? Радиус. Правильно. Отрезок, соединяющий две точки окружности? Диаметр. Хорда. Угол, стороны которого лежат на одной прямой? Дальше. Развернутый угол 5 в шестой степени. Где тут показатель степени? Все. Олег, у вас 10 правильных ответов. Делавер. Русский язык. Итак, время пошло. По интонации предложения бывают восклицательные и... невосклицательные. Какой падеж существительных никогда не употребляется с предлогом? Именительный. Время глагола, обозначающее действие, которое произойдет вскоре. Будущее. Правильно, неизменяемая форма глагола, которая не указывает ни на время, ни на лицо, ни на число, только называет действие. Инфинитив. Правильно, как пишется «не с причастием», «негодующий человек». Раздельно. Слитно, неправильно. Какая часть речи отвечает на вопрос «что делая, что сделав»? Следующий. Деепричастие. Какого рода слово «какао»? Среднего. Правильно. Что такое деепричастный оборот? Это деепричастие, зависимые слова. Правильно. Какие деепричастия пишутся слитно с «не»? Следующий. Если без «не» не употребляются, образуйте от слова «убежал» деепричастие. Убегая. Убегая. Какого рода слово «пюре»? Среднего. Правильно. Делавер, у вас 5 правильных ответов. Итак, в игру вступает София. Физика. София, вы готовы? Да. Ваше время пошло. Направленный отрезок, соединяющий начальное и конечное положение движущегося тела. Не знаю. Перемещение. Назовите 3 вида движения. Прямолинейное, криволинейное и... Поступательное, вращательное и колебательное. Что принято за основную единицу скорости? Метры секунды. Правильно. Чем измеряется скорость автомобиля, корабля, самолета? В милях. Спидометром. Спидометром. Как называется движение, если при движении тела его скорость переменна? Переменчиво. Неравномерным. Как называется величина, численно равная изменению скорости тела за единицу времени? Не знаю. Это ускорение. Механическое движение любого тела наблюдается относительно чего? Относительно его... другого тела. Физическая величина, выражающая порядок последовательного изменения событий и продолжительность процессов. Не знаю. Это время. В чем измеряется время в соответствии с международной системой единиц? Секунды. Правильно. София, у вас была непростая физика, и вы набрали 2 правильных ответа. Мирослав? Химия. Ваше время пошло. Какой слой защищает Землю от губительной солнечной радиации? Атмосфера. Озоновое вещество, вступающее в реакцию со всеми неметаллами, кроме галогенов, образуя кислород. Оксид. Правильно. Реакция, протекающая с участием кислорода, сопровождающаяся выделением тепла. Горение. Правильно. Смесь разогретых газов и паров. Дальше. Пламя.
Может ли атом водорода присоединить к себе более одного атома другого элемента? Нет. Правильно. H2O, кислород, одновалентен или двухвалентен? Двухвалентен. Правильно. Железо имеет постоянную валентность или переменную? Переменную. Правильно. Оксиды, основания, кислоты, соли – это простые вещества или сложные? Сложные. Правильно. Величина, показывающая, во сколько раз атомная масса элемента больше 1/12 атомной массы углерода? Валентность. Относительная атомная масса. Валентность кислорода в соединениях? 2. Правильно. Мирослав, у вас 7 правильных ответов. Так, Михаил. История. Михаил, вы готовы? Да. У вас есть 1 минута, и она пошла прямо сейчас. В каком веке было основано государство франков? В 7-м. В 5 веке. Кто основал в 5 веке государство франков? Следующий. Хлодвиг. При каком императоре появилась новая Священная Римская империя в 962 году? Следующий. При Аттоне I. Как называли людей, поднявших восстание в Мавераннахре под предводительством Муканны? Люди в белых одеждах. Правильно. Кто объединил в средние века Мавераннахр и Хорасан в государство со столицей в Бухаре? Саманиды. Исмаил Саманист. Засчитывается. Среднее и высшее учебное заведение мусульман? Мактаб и Медресе. Медресе, правильно. Кто стоял во главе крупных племен во времена Карла Великого? Феодалы. Герцоги заняли ли монголы Бухару в 13 веке? Заняли? Да. Правильно. Что сделали с Бухарой по приказу Чингисхана? Сожгли. Правильно. Благодаря кому монголам не удавалось захватить Средний Восток? Благодаря египетскому... Джалаледдину Мангуберды. Да. Михаил, у вас 5 правильных ответов. Следующий у нас Олег. Информатика. Олег, вы готовы? Да. У вас есть 1 минута, и она пошла прямо сейчас. Как долго хранится информация в постоянной памяти компьютера? Постоянно. До перезаписи или вечно? Засчитывается. Как называют информацию, которая не зависит от личного мнения или суждения? Личная. Объективный. Бит, байт, килобайт, мегабайт. Что идет дальше? Пиксель. Гигабайт. С помощью чего человек получает информации больше? Зрение или слух? Зрение. Правильно. PowerPoint – это программа для презентации, слайд фильмов или музыкальный редактор? Для редакции фильмов. Презентации, слайд фильмов. Правильно. Многофункциональное электронное устройство для работы с информацией – это компьютер или телевизор? Компьютер. Правильно. Ввод информации в компьютер – это клавиатура или наушники? Клавиатура. Правильно. Область экрана, в которой происходит работа монитор. С программой? Окно. Расширение файла указывает на тип информации или дату создания? Тип информации. Правильно. Для подключения компьютера к сети интернет необходим модем или сканер? Модем. Правильно. Олег, у вас 7 правильных ответов. Так, Делявер? География. Делявер, вы готовы? Да. У вас есть 1 минута, и она пошла прямо сейчас. Что служит источником питания горных рек? Осадки. Снег и ледники. Сколько рек протекает в Средней Азии? Следующий. Около 12 тысяч. Куда впадает Сырдарья? В Аральское море. Правильно. Что такое гумус? Это перегной. Почва состоит из материнской породы, органических веществ и... Следующий. И воды. Воздушные вихры с низким давлением в центре? Торнадо. Циклоны. В горах атмосферное давление повышается или понижается? Понижается. Правильно. Промежуточная полоса, где сталкиваются воздушные массы с противоположными свойствами? Следующий. Атмосферный фронт. В горах количество осадков больше или меньше, чем на равнине? Меньше. Больше. Неправильно. Какая река в Средней Азии течет между Каракумами и Кызылкумом? Следующий. Амударья. Самая длинная река в Средней Азии? Сырдарья. Правильно. Иссык-Куль, Балхаш, Каракуль. Что это? Озера. Правильно. Делявер, у вас 4 правильных ответа. София, вам досталась зоология. Вы готовы? Да. Время пошло. Самые древние среди плоских червей, не имеющие кишечника? Не знаю. Это ресничные черви. Какова длина дождевого червя? 15 сантиметров. 5-10 сантиметров. Имеет ли дождевой червь специальные органы чувств? Да. Нет. Какова продолжительность жизни дождевого червя? 3-4 года. Правильно, несколько лет. Способны ли дождевые черви к регенерации?
Да. Правильно. Какая ткань воспринимает воздействие окружающей среды из различных органов и отвечает на них? Вакуоль. Нервная. Беспозвоночные или позвоночные животные включают более 20 типов? Черви. Беспозвоночные. Медуза хищное или травоядное животное? Хищное. Правильно. Что происходит с телом планарии при неблагоприятных условиях? Сжимается. Распадается на мелкие частицы. На мелкие части. Какое животное паразитирует в печени крупного рогатого скота? Бычий жук. Печеночный сосальщик. София, у вас 3 правильных ответа. Итак, ребята, вы готовы услышать, кто пройдет у нас третий тур? Да. Третий тур у нас проходит Михаил. Он набрал 11 баллов. Мирослав, вы набрали 16 баллов. И Олег, вы набрали 17 баллов. Такие 3 богатыря. Ну а те, кто не прошли в третий тур, не расстраивайтесь. Вы умнички, что вы пробуете себя, что-то новое пробуете. Вы молодцы, что приехали сегодня сюда к нам и показали красивую игру. Спасибо. Я желаю вам удачи. Спасибо. Итак, нас ждет настоящая мужская борьба за звание победителя нашей сегодняшней программы. Итак, прежде чем мы приступим к третьему туру, это задание на состав слова. Вы его уже знаете, поэтому сразу приступим. Слово органическое. У вас есть 1 минута, и она пошла прямо сейчас. Время вышло. Олег, вы у нас будете выбирать первым, Мирослав вторым и третьим Михаил. Правила третьего тура несложные. Перед вами номинации с разными цветами. Зеленая номинация означает, что за ответ в этой номинации вы получите 1 балл. И они несложные. За ответ в желтой номинации вы получаете 2 балла. И за ответ в третьей номинации в красном секторе вы получите 3 балла. Необходимо набрать как можно большее количество баллов. Страсть у нас накаляется, я вижу, ребята нервничают. Итак, вы готовы? Да, да. Олег, выбирайте. Столица 3. Столицей какой страны является город Белград? Белград. Это Сербия. Она находится в Южной Европе на Балканском полуострове. Очень красивый город и страна. Итак, Мирослав. Шахматы 2. Какая шахматная фигура ходит только по диагонали? Это ладья. Слон. Слон. Михаил. Горы 3. Самая высокая над уровнем моря горная вершина мира. Джомолунгма или Эверест. Правильно. Так, Олег. Япония 3. На какие города в Японии в 1945 году были сброшены атомные бомбы? Хиросима и... Хиросима и Нагасаки. Засчитывается. Так, Мирослав. Фейсбук 2. Назовите основателя Facebook. Марк Цукерберг. Правильно. Михаил. Затмение 3. Михаил, а чем вообще увлекаетесь? Музыкой. Я играю на фортепиано. На фортепиано? Какой класс? 6-й. Уже скоро заканчиваете, да? Хотите дальше идти по музыкальной части? Посмотрим. Угу. Что такое лунное затмение? Лунное затмение – это когда между Луной и Солнцем встает Земля, которая заслоняет ее от Солнца. Правильно. Так, Олег. Сироп 3.
страна является крупнейшим производителем кленового сиропа? Канада. Правильно. Мирослав? Химия 2. Как обозначается углекислый газ? H. CO2. Углекислый газ. H – это водород. Михаил? Подставка 3. Подставка для микроскопа, фотоаппарата? Штатив. Правильно. Олег? Английский язык 2. Олег, чем вы увлекаетесь? Я занимаюсь плаванием с 5 лет. Также увлекаюсь футболом. Такой спортивный, да, вы? Ну, участвовали уже в соревнованиях, да, с 5 лет, да? Какие места занимали? Я получил разряд второй по плаванию. Угу. Также участвовал на множество соревнованиях, также занимал почетные места. Угу. Как переводится с английского языка слово really? Really – серьезно. Засчитывается. Мирослав? Австрия 2. Столица Австрии? Вена. Правильно. Михаил? Дубай 2. На побережье какого залива расположен Дубай? На побережье Красного моря. Персидского залива. Так, Олег. Континента 1. Сколько всего континентов на нашей планете? 4. 5. 6. Ну, Евразия, если... да, по отдельности. Мирослав, а чем вы увлекаетесь? Я занимаюсь дзюдо. Дзюдо? Да. Прямо у нас борцы одни тут собрались, кроме Михаила, он по творческой части. Со скольки лет? С 10. Сейчас вам сколько? 13. 3 года, да, получается? Да. У вас какой-то есть разряд, статус? Нет, такого нет. Пока нет, да? Так, выбирайте, Мирослав. Нота 1. Назовите шестую ноту. Си. Ля. Нет, нет. Так, Михаил. Дерево 1. Какое дерево растет из желудей? Дуб. Правильно. Олег? Радуга 1. Сколько цветов в радуге? 7. Правильно. Мирослав? Я выбираю алфавит 1. Сколько гласных в русском алфавите? 7. 10. Михаил, вам остается круг 1. Как называется длина круга? Окружность. Правильно. Ну что, ребят, вы готовы услышать свои результаты? Да, да. Ну, волнуйтесь, я вижу, не на шутку. Итак, Мирослав, вы набрали 4 балла. Олег, вы набрали 9 баллов. И победителем сегодняшней нашей программы становится Михаил. Вы набрали 11 баллов. Мы поздравляем Михаила, вы большой молодец, вы достойно выступили. Телеканал «7МЛИ» дарит вам в подарок за участие, за красивую игру книги. Это художественная литература. Читайте, наслаждайтесь, обогащайте свои знания. Ну, а я хочу пригласить на эту сцену нашего победителя – Михаила. Михаил, вы сегодня большой молодец, вы умничка. Я уверена, ваши родители гордятся вами. Вы сегодня наша гордость. Поздравляю вас. Спасибо. А теперь в камеру можете сказать вам слово. Я хочу сказать спасибо моим учителям, моему классному руководителю Алле Анваровне, моим родителям, моим бабушкам и дедушкам, а также моей тете. И передать привет моим одноклассникам. Спасибо.
Ребятки, вы все большие молодцы, не расстраивайтесь, кто не стал победителем, это нормально, кто-то побеждает, кто-то идет дальше. Но то, что вы сегодня были с нами и красиво, достойно выступили, играли, вы большие молодцы. Ну а напоследок я бы хотела напомнить, что у нас осталось еще две программы, поэтому ученики 7 классов, дерзайте, пишите на страничку в Telegram и играйте с нами. Пока!